Все, я пойду налью себе виноградного сока. Лена, подожди, накапай мне тоже. Премьера. Всем доброе утро. Привет, гости. А чем это так вкусно пахнет? Обалдеть. Спасибо тебе большое. Вообще-то это Сережа приготовил. Можешь и его чмокнуть тоже. Да? Нет, ну, в принципе, неплохо. Хотя нет, послевкусие уже на троечку. Костик, а хочешь я тебе овсяную кашку на молоке приготовлю? Вообще, овсяную кашу на воде лучше делать? Вот вчера ты мне больше нравился. Костик, это мама! Это что? Это мама. Костик, сыночка, дорогой мой, только не нервничай, мама рядом. Мама все решит. Бабушка! Люсенька, моя хорошая. Люсенька, вот скажи, пожалуйста, а о чем с тобой мама разговаривает в свободное время? Обычно в свободное время мама пьет виноградный сок. Пока этот бардак вот здесь не закончится, я отсюда никуда не уеду. Блин, он точно, немедленно должен съехать. Я иду! Класс! Сплю на диване? Неделю на диване? Ну, просто это будет уже шестая. Костя, Вера. В новом сезоне на СТС. Увидимся на СТС.